В Уральске 26-летняя женщина проникла в школу и украла у ученицы 4 класса мобильный телефон. Незнакомка убедила девочку, что гаджет нужно срочно сдать из-за приезда комиссии. Горожане возмущены тем, что преступление произошло на фоне требований усилить меры безопасности во всех школах после ЧП в Петропавловске. Там девятиклассник пришел на занятия с топором и ранил 3 сверстников. Уральские школы, оказалось, тоже встречают всех подряд открытыми дверьми. Злоумышленница попала на камеры наблюдения. Она спокойно зашла с черного входа, которым обычно пользуются младшие классы. Далее, со слов полицейских, женщина представилась учителем и обратилась к одной из учениц с требованием отдать телефон. Их, мол, собирают у всех детей и отдадут после отъезда проверяющих. Девочка поверила. Полиция подозреваемую уже нашла, на нее завели дело по статье мошенничества. А в школе пока закрыли все дополнительные двери и усилили контроль за теми, кто входит в здание. Администрация за произошедшее получила выговор. Во всех школах, у нас городских школах, проведены разъяснительные работы как с родителями, так и с учителями, с учащимися по поводу безопасности. У администрации конкретной школы были приняты соответствующие меры. То есть все лица были наказаны.